Знаете, что сейчас будет? То. А ты как думаешь? Сейчас будет эпичное открытие гидрокейсов и кейсов Спектр. 5/10. Давай начнем с гидрокейсов. Ладно, хорошо. То есть ты ставишь на гидрокейсы, ребят, я надеюсь, что сегодня выпадет как минимум какой-нибудь ножичек, фигожичек или огнитоджиков, или хотя бы что-нибудь. Калька! В смысле? Ты откуда узнал? Ты гонишь, что ли? Какая еще нахрен калька? Иди ты нафиг с той калькой. Так, открываем гидрокейс, выбираем его, используем ключ. И, пожалуйста, пусть это будет огнитоджиков. Брифинг! Да нет. Пошло нафиг, брифинг. Какой брифинг? Где мой статрыковский ствол? Ну да, конечно. Калька-фигалька приезжает и опять калька. Была же уже калька, зачем опять она? Зачем снова? Ты понимаешь, что даже фиолетового ничего не выпало, одна синева сплошная, ты прикинь? Да, это не синева, это очень круто. О, фиолетовая пушка, ништяк, статрековская. Ладно, допустим, один кейс только что окупился. Кейс без ключа. Кейс без ключа с ключом, да, вот именно, кейс без ключа окупился. Да. Бляха-муха, оксидное пламя. Охренеть, просто столько всего, ребят, пролетает и выпадает, ну, ничего не выпадает, даже этот красный камень не доезжает. Нет, это боль, это сплошная боль. Два кейса, два ключа, пожалуйста, пусть это будет финал, это будет победа, и это будет великий демон или скоростной зверь. Давай. И это... Это, ну, хотя бы что-то до них. Какое что-то? Это окупает кейс. Вот, ты правильно подметил, кейс без ключа окупается. Я просто закрыл глаза и не смотрю, что мне выпадает. Я... Но если бы это калька. Было бы что-то хорошее, это ты... Калька. Ты проспойлерил все. На выпало три фиолетовых ствола, ребят. Офигеть. Я просто офигеваю с тебя, Габен. Но это же неправильно как-то, да? Это же вообще плохо. Ладно, ребят, это жесть полная. Мы продолжаем. Ребят, ну что же, мы продолжаем играть на сайте csgohouse.org, и это то самое место, где мы играем на минном поле, открываем ячейки и выбиваем с тех ячеек классные дорогущие скины. Санчо, ты готов? Во что мы, с чего мы начнем? Давай Тетчис. Да, так, ребят, Тетчис — это то самое минное поле, на котором мы играем, и давай сразу Crazy Mode. А что за Crazy Mode? Стой, подожди, это новый мод, вам нужно пройти все поле, в конце вы получите стоп. Нет, Тетчис Crazy Mode — это тот режим, где если ты ставишь бабки, проходишь ячейки, тебе выпадает немножечко, выпадает какой-то скин. То есть, к примеру, смотри, ставим мы, допустим, 500 рублей, ставим мы 500 рублей, да, все, и смотри, нам нужно пройти половину поля, то есть, чем больше ставка, тем меньше нам проходить, тем меньше, тем больше. Давай, выбирай слот. По очереди, ты первый. Так, смотри, нет, ты первый. Давай договоримся. Если ты проигрываешь, то ты мне что-то должен сделать. Что я тебе должен сделать? К примеру, ты мне отдаешь какой-нибудь... Ладно, ты мне отдашь просто 500 рублей. Выбирай. Выбирай ячейку. Слот, давай, давай, давай. Окей, а если проигрываешь ты, то ты мне отдаешь 500 рублей. Хорошо, давай. Вверх. Вверх. Я выбираю. Середина. Охренеть, я хотел вот это выбрать только что. Вот это вот выбираю, где бомба только что была. Второй слот, да? Да. Я сейчас просто ноги скрещивал, нет, что у нас все взорвется. Фух, блин! Так, низ. Пожалуйста. Есть! Мы прошли! Блин, правда, не сильный окуп. Короче, нам выпал АК. Считай, это ничья. Правда, я в плюсе, но это будет ничья. Нам, смотри, выпал АК, неплохо. Так, давай опять ставим 500 рублей. А что-то какой-то Crazy Mode, что-то вообще что-то не то вообще. Crazy Mode, смотри, допустим, если ты ставишь 700 рублей, то будет еще то. Давай, погнали. Еще больше будет? Еще больше будет. Еще больше будет хардкора, еще будет сложности. Теперь ты первый. Есть, фух, выбирай. Давай, выбирай. Низ. Ну, в смысле, детка! Я путаю просто. Ты же знаешь, у меня... Это я путаю. Инверсия! Нет, в следующий раз предупредишь об инверсии, а сейчас ты, сеньор, торчишь мне 700 рябчиков. Ты что делаешь? Да нет, 700 рябчиков торчишь мне. То есть, короче, ноль, да, выходит? Да. Выбирай. Вверх. Выбирай, говорю. Вверх. Да, детка, 800 рублей. 700 рублей, 800 подняли. Тайно, неплохо. Что ты делаешь? Я ни хрена себе с бонусов, ты понимаешь? Себе. Помнишь ту серию, где мы с бонусов просто подняли... это вот не с тобой было, это с Антоном. Мы, короче, нашли бак, и мы 9 миллионов бонусов нафармили. Вот 2 миллиона бонусов осталось. Ладно, давай, выбирай просто. Я опять 3 прохожу. Вверх.
делаешь? Да ладно! Подожди, у нас уже есть... Мы по факту мы нафармили бабло. Мы уже отбили то, что мы изначально вкладывали. Ну как, почти отбили. У нас изначально было 4000. Нормал мод? Да, нормал мод это вообще лютая хрень, давай поставим хорошо. Нормал мод. 1400. Мы уже можем забрать 1680 рублей. Что? Нет, 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 вверх. 1960 рублей. Ладно, заберем, потому что так будет правильней. Да, давай будет теперь вставим 2000. Ты 1000, Данил? Да, будем это умножать постепенно. Просто 7240, вот это реально просто потно было, мы подняли с куста. Ребят, на этом все, в общем, было весело, было классно, ставь лайк, если тебе понравилось, ты хочешь больше видео, с вами был Квантум и Хелдор, до скорых встреч, не прощаюсь. А, и кстати, играли на сайте csgohouse.org, кто там не в курсе, ссылки в описании. Пока!